Друзья, привет! Продолжаем проходить Зов Ктулху, темные уголки Земли. Находимся мы уже на финальной стадии приключений Джека Уолтерса, по-другому не скажешь. До этого места я, если честно, никогда сам самостоятельно не доходил. Я, в принципе, плюс-минус понимаю, что нас ждет. Это храм Гидры. И какая-то очередная головоломка, судя по огромному гонгу. Ну, я так понимаю, что это храм Гидры. Ну, в принципе, да, смотрите, огромная штуковина. Так, ну и кто это, жрецы стоят? Так, минус. Слушайте, отлично, минус два уже жреца. Я не знаю, сколько их там будет. Так, последний, да? Судя по всему. Так, ну давай выходи. Так, отлично. Несколько раз я промахнулся, ну да ладно. Мне так, окей. Укрыться. Да есть где, почему? Так, ну это хорошо, что мы сюда заглянули. Здесь у нас рычаг. И что это дает? Меня зовут. Водичка пошла. Так, еще одна атака, да, судя по всему? Я не хочу умирать. Нужно отсюда бежать. Отлично, пушка справилась. Мне негде укрыться. Я не могу нормально так, думать. Так, это вода. Я что-то слышу. Вода пошла. Я больше не могу. Так, разве я выстрелил? Угу. Окей, это подсказка некоторая. Слишком много умерло. Так, надо избавиться от твари. Когда тут воет эта чёртова тварь. А какая? Вот эта вот маленькая или большая? Если бы я смог пресечь этот вой, то, наверное, смог бы поддержать связь. Так, ну окей. Так, а он попадет вообще? Так, ну, все пошло не по плану. Ладно, давайте быстренько заново попробуем. Не совсем понятно одно, то есть он говорит слишком громкий вой, но с другой стороны он же воплотился в чудовище. То есть ему это не помешало. С другой точки зрения он не смог нажать на как будто этот рычаг. Может это глюк какой-то? Что я здесь делаю?
Джек почему-то даже жрецов боится. Хотя они далеко не самые страшные соперники. Я больше не могу. Так, ну целиться в таком состоянии очень сложно. Он меня зовет. Меня кто-то преследует. Голова. Так, давайте выходить сюда. Раскалывается. Я не знаю, зачем я здесь. Я что-то слышу. Я так, слышу, минус два. Так, окей. Давайте снова попробуем. Здесь почему-то все сработало. Напряженная ситуация, поэтому особо не комментирую. Так, ладно, мы слетели. Так, что ж игра-то требует от нас? Ну, собственно, давайте так попробуем. Я не знаю, зачем я здесь. Окей. Ну, в принципе, понятно. Плюс-минус. Главное успеть добежать. Давайте попробуем добежать. По-хорошему сейчас бы сохраниться. Ну да ладно. Хватит нам такого заряда. Так, окей. Ну, отлично. Отлично, что-то происходит уже в нашу сторону. Сейчас главное быть предельно внимательным и отбиться от атак. Фух, ну ладно. И что мы подключили? Мы, собственно, какую-то из... Так, вот эту, да, подключили? Да. Одну из четырех, получается. Надо запомнить. Теперь нам сюда нужно прыгнуть. Так, пошли опять себя глушить. Ну, напряжно, напряжно. Тут ничего не скажешь.
Да, звук, конечно, не самый приятный, но... Так, окей. Теперь нам вон сюда вот. Отлично. Так, а теперь сваливаем. Смотрите, они за мной не идут. Или идут. В принципе, тупят. И это хорошо, то есть надо сразу же назад уходить. Так, отлично, мы уже подключили два. Теперь нам нужно вот туда вот успеть. Так, по нам, кстати, попали. Я, кстати, знаю, где аптечку тут достать. Справа и слева от храма есть аптечки. Если вдруг совсем плохо будет, туда сгоняем. Но пока все хорошо. Так, где моя пушка-то? Закрывайте уши. Так, окей. Ой-ой-ой. А что ж такое? Нам помешали. Первый раз такое, слушайте. Ладно. Может, мы не всех добили? Но их обычно две штуки было. Может, сейчас усилились? В том плане, что мы уже наполовину, в принципе, подключили потоки. Ну, вроде бы по две штуки их охраняло. Ну да, никого нет. Так, а это уже опущено. Ну окей, нам сюда. Отлично. Третье. Все, сваливаем. Собственно, я придерживаюсь такой тактики. Они достаточно медленные, поэтому ничего страшного. Отлично. Так, ну все практически. Осталась только одна. Вот эта дальняя осталась. Ну, надеюсь, у нас получится. В принципе, интересная механика, ничего не скажу. Логически тоже можно додуматься до этого. В принципе, сам Джек подсказывает, что от этого воя Гидра он не может сконцентрироваться. Плюс... сама гидра намекает на то, что нужно встать в воду около нее. Так, никого нету.
последняя, да? Отлично. Так, сваливаем. Так. Так, ну все у нас получилось, получается. Все, наполнилась водичкой гидра. Ну да, она в воде стоит. Ну все тогда. До свидания. Я надеюсь, по крайней мере. Отлично. Просто офигенно. Слушайте, ну все. Ну как все, я не знаю, что там дальше. Сейф. Так, ну а нам дальше вот сюда вот. Так, у меня нету ран. Здесь надпись на каком-то древнем языке. Здесь написано, что эти двери можно открыть только при помощи древней мантры, которую должен произнести тот, кто владеет священным талисманом. Ну, собственно, вот священный талисман. Гнадвха, гнун аэмна. Вглиск, фунгн, килта, въел, кил... Бедные переводчики. Фунгни. Ая, риг, зенгро. Ая, гидра. О, нифига себе, так мы здесь были. Слушайте, помните, да? То есть мы спускались сюда из тюрьмы и здесь брали винтовочку. Ну, прикольно, прикольно. То есть все туннели соединены, получается. Ой-ой-ой. А, мы ж барьер разрушили. Ну все, пиши пропало. Я даже не знаю, куда теперь. Бежать, если честно. Ну, наверное, как-то вот сюда вот получается. Допустим, как-то вот так вот. Не перепрыгнули. Ну что ж, давайте еще раз попробуем. Наслышан я, на самом деле, был про вот этот финальный бег. Марафон. Я надеюсь, что у нас получится все-таки. Уэн Гнадвха. А это, кстати, пропустить нельзя, к сожалению. Я сейчас пробую. Но уж извините, придется слушать это. Елкил Ктулхук Фунгни. Ая Риг Зенгро. Ая Гидра. А хотя, слушайте, чем мы по 1000 раз будем слушать? Сейчас мы сохранимся. Чтобы больше эту молитву не слушать. А то мало ли, демон еще призовем. Так. Даже не знаю. Там, я думаю, соперников уже не будет, да, скорее всего. Ну, что с оружием, что без него, он, в принципе, одинаково бегает. Ну.
правительство все-таки бомбит этот храм. Ой-ой-ой. Попало нам немножко. Сваливаем. Так, теперь сюда. Здесь все рушится, да? Так, окей. Перепрыгиваем. А теперь куда? Так, ну, наверное, как-то так. К сожалению, это максимальная скорость бега Джека. Тут я уже ничего не смогу сделать. Так, здесь все завалило. Ну, нам нужно добраться до вот этого туннеля. Непонятно, слушайте. Все равно. Заваливает. Ну, я надеюсь, что это не глюк, если честно. Просто я читал про то, что в конце прохождения все время заваливает. Как бы ты ни бежал. Так он быстрее припрыжку бежит. Не, ну так я что-то себе сломал. Я не знаю, со сломанной ногой, если он сможет убежать, то это вообще будет что-то из вон уходящего. Ну ладно, пробуем, что делать-то. Не получилось. Ладно. Постараемся еще раз. Возможно, я вырежу свои неудачные попытки. Но я тут до победного конца. Это уж точно. Быстро сваливаем. Да что ж ты будешь делать? Ну, уже тупость. К сожалению. Так, мы перепрыгнули. Допустим. Меня преследует. Опять я тут перепутал стороны. Ну да ладно. В тенях кто-то есть. В итоге самая успешная попытка была самая первая попытка. Сейчас посмотрим, насколько мы далеко здесь зайдем. Так, Джек, да давай-ка помолчи немножечко. Давай. Куда бежать-то? Вот он, портал, да?
Это какой-то проход прямо в скалу. Какую скалу-то? Блин, а куда нам? Мы убежали, что ли, получается? Ничего не обвалится или обвалится? Почему я тут оказался? Они меня схватят. Да никто не схватит. Я знаю, я скоро умру. Слушайте, я ни хрена не понимаю, если честно. Ладно. Ну, это была самая удачная попытка. По крайней мере, мы поняли, что никакого глюка тут нет. Это уже хорошо. Я думал, он телепортируется. Может, там надо как-то камень вставить? Так, окей. Я знаю, я скоро умру. Никто не умрет. Так, окей. Мне негде укрыться. Не надо мне было сюда приезжать. Так, давай, давай, Джек. Почему я тут оказался? Беги. Так, окей. А, ну понятно. Так. Давай, 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 давай. Да что ж за фигня-то? Я ж уж успел бы. Ладно. Ну вот, видите, игра так и работает достаточно криво. Нужно набраться терпения, конечно, чтобы ее пройти. В общем, не проходите эту игру, если у вас слабые нервные клетки. Я слышу, он меня зовет. За мной следят. Да никто не следит. Так, окей. Я больше не могу. Они меня найдут. Так, давай, 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 давай. Сваливай.
преследует. Уэн Игната Гнун Аэмна Вглиск. Нужно отсюда бежать. Килтаб Елкил Хтулхук Фунгни Ая Риг Зенгро. Меня кто-то преследует. Гидра. Так, давай. Отлично. Отлично. Жесть. Что я тут забыл? Проверьте пульс. Джек, ты меня слышишь? Джек! Майки, я рад тебя видеть. Фух, ну это было тяжело. Какой-то новый мир. Джек. Зачем вы меня призвали? Я должен тебе кое-что показать. Торопись, у нас мало времени. Куда мы идем? В великую библиотеку. Грядут ужасные события, и наши оболочки не смогут их пережить. Самые прозорливые умы уже проецируют себя в более поздние дни. Кто противник? У нас не было конфликтов ни с Миго на севере, ни с племенем Ктулку на юге. Видел ли ты в своих странствиях большие запечатанные люки в центре старого города? Да, но я не понимал их предназначения. Между нами и полипообразными существами, которые главенствовали здесь до нашего появления, была жестокая война. В этой книге рассказывается о том кровавом времени. Зачем вы сейчас мне это показываете? Они все еще там, внизу, Джек. Они рыщут во тьме. Они замышляют. Замышляют выбраться из своей темницы и свершить страшную месть. Конец неизбежен и близок. Очень близок. Сколько у нас осталось времени? Что это было? Тебе угрожает опасность. Иди за мной. Thank you.
Мистер Уолтерс? Мистер Уолтерс? Вы меня слышите? Мистер Уолтерс? У него судороги, мы теряем его. Ну, сейчас я выскажу свое мнение, просто смотрю. Записка самоубийцы. Теперь, незадолго до смерти, я понял все. Мое последнее дело вызвало у меня новый страх. Настоящий страх самого себя, того, кем я являюсь. И того, кем я был всю свою жизнь. Все, чем я был, теперь потеряно. Надежда, стремление, удовольствие. Все это потеряло смысл. Теперь я ухожу. Теперь я хожу в тени между мирами. И именно здесь я наконец увидел краем глаза, что живет в самых темных уголках мира. Ну, видите, Джек поэтому и обладал такими видениями. То, что он был частью вот этой великой расы итианцев, которая вела войну с тварями, вот этими, которыми, я так понимаю, были глубоко под землей. И с которым мы парочку штучек мы расправились там в одной из серий при помощи вот этого энергооружия. Собственно, энергооружие это изобрели наши предки. Вот. И поэтому, видите, Джек, такие видения постигали. Я не знаю, сейчас будет конец игры или нет. Просто выскажусь, что это абсолютная классика. Нужно играть всем любителям хоррора, без исключения. Но игрушка действительно минус ей в том, что она немножко кривая. Есть баги. То, что на корабле, да, проходило в Урании в эпизоде, где мы не видели огоньков вышек жрецов. Мне пришлось там качать специальный патч, чтобы графически можно было разглядеть их. Есть некоторые места суперсложные. То есть, ну, хорошо, что я раньше эту игру немножко проходил, и я что-то по памяти вспомнил. Ну, плюс-минус я был готов к всевозможным таким логическим загадкам. Но это абсолютная лучшая игра по тематике Лавкрафта. Я не особо читал его творчество, так немножко было время, так скажем, когда его старался прочитать, но мне как-то его тяжело письмена были к чтению, и поэтому я как-то немножко на это все дело забил. Но плюс-минус я понимаю, о чем Лавкрафт писал. Сейчас в игровой индустрии очень много произведений игровых, опять же таки, по тематикам произведений, опять же таки, повторюсь, Филлипса Лавкрафта. И, ну вот, лучшее, конечно же, на мой взгляд, и не только на мой, именно 2005 года игра Зов Тулху «Темные уголки земли». Вышла одноименная игра Call of Cthulhu, по-моему, в 2018 году или в 2019, можете меня поправить, от французских уже разработчиков. Но она тоже прикольная, в принципе, но она менее мрачная. И я все... Она не касается сюжетной линии этой части. Остальные игрушки по Лавкрафту, ну, все равно будут уступать. В общем, к чему я? Абсолютная классика. Хорошо, что мы прошли это на канале. Надеюсь, вам понравилось. Пока я не прощаюсь, давайте посмотрим, может, нас ждет заставочка какая-нибудь. Нет, слушайте, это оказался конец. Психическое состояние у нас безумец, кстати. То есть мы всего насмотрелись. Ранг в мифах не очень хороший.
Завершено тут пока за 93%, но, видимо, нужно на другой сложности проходить, чтобы 100% было. И время, потраченное в игре, 8 часов. 8 с половиной часов. И знаете что? Я вам скажу. То, что это еще мы очень быстро прошли. Неподготовленный человек, я не знаю, сколько ему потребуется часов, если он не забросит, но мне кажется, чтобы вам не соврать, ну, больше 12. Больше 12, это факт. Ну окей, 12, там, 11-12, но если он опытный там игрок, всякие такие игрушки с логическими загадками и хардкорные хорроры. Если он, конечно, не забросит в принципе игру. Ну что ж, дальше мы, наверное, сделаем итоговое мнение по игре Call of Cthulhu «Темные уголки земли». Спасибо, что смотрели прохождение. Ставьте лайк, если вам понравилось. Скоро мы не только подведем итог по этой игре, но и приступим к какой-нибудь очередной прикольной игре. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся чуть-чуть позже. Пока-пока.